В разделе «Выписки» вы можете ежедневно видеть информацию о движении денежных средств по счету, а также узнавать о поступлениях и списаниях в течение дня. Для получения подробной информации по проводкам необходимо зайти внутрь выписки. Каждую операцию по счету вы сможете сохранить в папку или сразу отправить на печать. Кроме просмотра выписки, вам также доступны следующие операции над выписками. Скачать на компьютер в печатном виде в PDF-формате с приложениями и без, а также выгрузить в формате Excel. Распечатать с приложениями и без приложений. А также экспортировать выписку в один из наиболее популярных форматов обмена с внешними приложениями – 1С, XML и в формате SWIFT-MT940. В РБО есть возможность выгрузить выписку за необходимый период времени – прошедшую неделю, месяц – в предпочитаемом формате – PDF, Excel, 1S, XML или SWIFT-MT940. При необходимости настроив выгрузку по вашим параметрам. Если вам необходимо создать отчет по платежам за произвольный период времени или по определенному контрагенту, перейдите, пожалуйста, во вкладку «Операции». Здесь хранятся все исполненные исходящие платежи и поступления, которые можно при необходимости отфильтровать по необходимому параметру и выгрузить в Excel. Также доступна сортировка записей и настройка порядка расположения столбцов в таблице. Желаем вам приятной работы в Raiffeisen Business Online.